В результате рейда в районе зафиксировано 14 автомобилей, припаркованных на газонах и детских площадках. Несмотря на то, что в Сергиевом Посаде ежегодно оборудуются дополнительные парковочные карманы, граждане все же не могут отвыкнуть парковаться там, где нельзя. Все владельцы транспортных средств, нарушившие законодательство, привлечены к административной ответственности. Каждый из нарушителей уже в ближайшее время получит так называемое «письмо счастья», рассказала руководитель Госавтотехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Инспекторами в Сергиево-Посадском районе за нарушение правил парковки уже назначено административных штрафов на сумму, превышающую 140 тысяч рублей.